Привет, дорогие участники конкурса Golden Time Talent. Меня зовут Никита Бенами, я живу в Израиле, и я являюсь жюри этого конкурса. Я художник, скульптор, ювелир, и мне бы хотелось отметить несколько работ, несколько, вернее, участников, работы которых мне очень понравились. Асет Нересисян с прекраснейшим чувством юмора и с высоким уровнем таланта. Наталья Шипилова, Натали Шевченко, Станислав Быстров. Не могу не отметить Елену Анаприенко. И Любовь Летова потрясла меня тем, что ей удалось передать боль и страх с полотна. Это всегда очень удивительно. Всегда очень удивительно чувствовать то состояние художника, в котором он писал эту данную работу. Спасибо вам большое. Такара шлет вам большой привет и жду ваших следующих работ с нетерпением. Хорошего вам всем дня и до свидания!